Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую рубрику. Можно так ее назвать, только как ее назвать? Назвать-то можно, но как ее назвать? Самое главное название, но когда нет названия, надо ее как-то назвать. Новая рубрика, которая называется каким-то названием. А вот каким названием? Нужно придумать название для рубрики, назвать ее... названием. В чем заключается суть рубрики? Я буду проходить различные карты, я буду играть различные мини-игры. Знаете зачем? Затем, чтобы вызвать на версус, на поединок, кинуть челлендж другим ютуберам, как мне кидали мистики лагерь. Но все мы прекрасно знаем то, что Эдисон не владеет паркуром, Эдисон плохо владеет мини-играми. Поэтому этот сезон будет посвящен именно этому. Я буду учиться играть в мини-игры со своими подписчиками, вы также можете заходить на сервер со мной играть, и буду проходить различные карты, чтобы потом в конце сразиться с Аидом, Демастером, Террасером, Мистиком, Лагером, кто там еще существует, Лололошкой и другими ютуберами. Как бы назвать? Есть Олимпийские игры, а это будут Майнписьские игры! Майнписьские игры 2018! Участвуйте, выигрывайте, получайте призы! Кирку в жопу! Меч в ребро! Мама, папа, я в говно! Не, плохая рифма. В этой серии мы с вами будем проходить нашу первую карту. В этой серии мы с вами будем учиться крафтить самую крутую кирку на этой планете. Это первая стадия, первая фаза до того, как мы станем самыми крутыми майнкрафт-мульсруфтерами на ютубе. Мне создатель этой карты говорит то, что в этой серии мы с вами научимся крафтить самую крутую кирку на этой планете. Но он во мне сомневается, он думает то, что я не справлюсь, поэтому он пишет то, что... Вали отсюда! Чувак, я справлюсь. Честно, я справлюсь. Я тебя не подведу. А если я тебя подведу, значит я подведу своих подписчиков. Поэтому я не знаю, что... Опа, в этом сундуке что-то есть. Ща, ничего страшного. Мы с вами что-то сейчас скрафтим. Крафтинг-рецепт. Ага, то есть мне нужно скрафтить какую-то кирку из палок, что ли? Подождите. То есть я ставлю сюда две палки, ставлю одну вверх и... Кирка называется... Даже не деревянная кирка. Он очень рад, что я скрафтил новую кирку. Самую плохую на этой планете. Но эта кирка может ломать только уголь. И она очень медленная. Подожди, да, то есть я даже не могу передвигаться, когда эта кирка у меня в руке. Я могу только... Ладно. Ломаем уголь. Он сказал то, что... Эта кирка также убивает меня, когда ты ломаешь блок. Он должен был упомянуть это раньше. Спасибо большое, то, что напомнил только сейчас. Ладно, зато уголь там валяется. Ничего, мы станем самыми крутыми ютуберами на этой планете. Так, супер редкий уголь. Не бросай его на маяк. Но я рожден для того, чтобы нарушать правила, поэтому я брошу его на маяк. И чё? Wait. Почему ты активировал портал из угля? Углевой портал. Углянский. Не покидай меня, но я тебя покину. Прости, чувак. Я не хочу с тобой оставаться здесь. Ты похож на маньяка. Сваливаем. Свалим отсюда. А пока мы свалим, ставь лайк. Ставь лайк. Пожалуйста. Опа. Мы попали с вами в какую-то новую комнату. Поставь лайкусик прямо сейчас, если ты хочешь продолжение этого сезона. Майнписьские игры 2018! Ай! 25 тысяч лайков на этой серии, сразу же выйдет новая. А, это прекрасно, только что мне нужно делать? Черный магический портальный блок. Господи, какое сложное название. Помести его на лестнице, чтобы перенаправить лазер? Какой еще лазер? Так он направлен нормально. То есть под... То есть мне лазер вот с этого блока нужно перенаправить на вот этот блок, да? Хорошо, давайте остановим сначала. Так, подождите. Все на самом деле не так уж и плохо. Хотя, мне кажется... Подождите. Ага. То есть смотрите. Лазер будет начинать идти отсюда. Здесь он повернет направо. Бросаем сюда. Наверх, вот сюда. Потом он пойдет вот сюда. Да это на самом деле не так уж и сложно.
Да поднимись ты, пожалуйста, поднимись. Сюда. Еще раз. Потом завернет вот сюда. Бросим еще раз. Заворачивает вот сюда. Бросаем наверх, он заворачивает вот сюда. И вот здесь все! Так это очень просто. А что мы так парились? Оп, 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 оп. А, сопельки. Плюсик в комменты, кто простыл. Два плюсика в комменты, кто не хочет простыть. Все, как еще долго мне осталось до того, как я скрафчу самую офигенную кирку на этой планете. Я надеюсь, что... Да, я все правильно сделал. Но сейчас тукнется в этот блок и... Оп, оп, один, два, три, четыре. Давай, миленький мой, я даже вот сюда стану, давай. Подошел, 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 подошел. Да! Эти голоса, голоса в голове. Ой, не бросай меня, я верну тебя обратно домой. Не надо, в смысле, почему ты вернул меня обратно домой? Что? Как, чё? А здесь еще какой-то крафтинг-рецепт. Ага, 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 новая кирка какая-то. Ух ты, ёханый бабай. То есть сейчас я скрафчу угольную кирку, да? Угольная кирка, которая стоит 10 баксов. На ней даже так написано, то, что она реально стоит 10 баксов. Притормози свои надежды и восхищения. Эта кирка до сих пор очень плохая. А что я могу ломать с этой киркой? У меня такой... Тебя... Я могу тебя сломать? Нет, тебя я не могу сломать. А чё... Так, подождите. Хорошо. Дальше. Уголь. А, я могу уголь ломать? Он говорит то, что угольная кирка ломает блоки не спереди тебя, а снизу тебя. Поэтому я и упал в лаву. Прекрасно. Но зато я добыл железо. Это все, что мне нужно было. Оп, оп, оп. Прекрасно. Ой, подождите, а что у меня два? Да, у меня только что появился еще один железный слиток, но он почему-то пропал. Ладно. Не выбрасывай этот предмет на маяк. Ну мы-то знаем прекрасно, что нужно его сюда выбросить. Да! Да, я тебя опять буду бросать, ну потому что ты мне надоел, ты не будешь мне другом, я не тебе, да, я тебя не люблю, ты мне не нравишься, ты самый скучный, ты иди в школу учись, а я пошел. Новый уровень, и мне кажется, что в этом уровне кирка уже будет стоить не 10 баксов, а уже хотя бы, сух ты, ёх ты, мох ты, призвать снеговика? Кто стрел? Чё? Осторожно! Ты... вопрос. Ты смотри, какой народный. Оп, убил еще одного. Да я еще тогда призову. Я могу еще призвать? Стреляй! Молодец! Стреляй! Еще стреляй! Я ничего не понимаю, что происходит в этой жизни. Получить какие-то предметы. 50 очков. Какие 50 очков? 5 очков. 10. А что мне нужно делать? То есть, я призываю снеговиков, эти снеговики убивают зомби, мне даются очки, как видите, подо мной, под камерой есть 5 очков, и за эти очки я могу улучшать что-то. Я могу призвать снеговика, который будет здесь держаться 10 секунд, а не 5 или 7, сколько он здесь держится. Также я могу призвать сильного снеговика, и также я могу призвать снеговика, который еще на 10 секунд дольше будет здесь держаться. Хорошо. Я что-то сделал, я большой молодец. А, время отката уменьшается, то, что я могу призвать два снеговика. А-а-а, вот оно что! Давайте, пацаны, давайте, давайте, рубите зомбарей! Какие вы у меня молодцы! Опа, еще одного! Давайте, ага. Сейчас снеговик будет еще сильнее, чем он был. Давайте! А что мне делать? А что мне делать? То есть мне нужно 50 очков, да, чтобы получить какой-то предмет и чтобы свалить с этой комнаты. Ладно, ладно, давайте тогда, опа, еще купим вот этот предмет, прекрасно, и купим еще вот этот предмет, чтобы еще сократить время ожидания, и сейчас заспауним еще одного снеговика, давай, еще одного, уже 3 у нас, давайте, пацаны, мне нужно 50 очков, уже 20, 22, какие вы молодцы, 26 уже, прогресс, слушайте, прогресс, смотрите, сколько снеговиков, молодцы, молодцы, пацаны, молодцы, я вами горжусь. Настоящие снеговики! Не какие-то тюти, не какие-то нежные девочки. Девочки, извините, вы очень прекрасные, вы очень нежные, вы очень красивые. Запомни, ты самая красивая у тебя в школе. Если кто-то будет говорить, что нет, это вранье. Я-то знаю. Мне-то ты можешь довериться. 50 очков. Все? 49 и 51. Опа!
Подожди, что? Мне сначала нужно улучшить вот это все. А, так я все улучшил, я большой молодец. И вот сейчас я могу получить... Опа! Воу! Да что тебе нужно? Голоса, а эти голоса в голове, голоса. Голоса в голове. Да не буду я домой возвращаться. Он меня опять зовет домой. Ты меня заколебал. Ты меня просто заколебал. Крафтим. Ох ты, ёх ты. Сколько же здесь всяких рецептов для кирки. Подождите. Ага, ага. Так они все одинаковые. Сейчас я просто скрафчу себе нормальную железную кирку, да? Что я делаю? Это запрещено крафтить вот эту кирку. Но перед этим тебе нужно понюхать... Что? Запрещено крафтить вот эту кирку. Перед тем, как ее скрафтить, мне нужно понюхать железо. Я сопли вдохнул в себя. Ты что делаешь? Все, я понял. Не надо мне такие челленджи. It's forbidden to craft an iron pickaxe like that. You need to smelt the iron first. Что? Подожди, не, что ты от меня хочешь? Мне нужно сначала понюхать... Что? Мне сначала нужно понюхать железо перед тем, как скрафтить эту кирку. Так, ты дурак? Здесь больше нет железа. Что? Ладно, давайте выбросим. Господи, я задохнусь с этими соплями. Раз, два, три. Да что тебе нужно, клоун? Клоун! По башке тебе три раза стукнул. Все? Все? Нет? Как мне нужно понюхать... В смысле, как я должен понюхать железо? Ты дурак? Что ты, чубзилет, от меня хочешь? Я ничего не понимаю. Какое железо мне нужно понюхать? Раз, два... Ой, мама тобой, походу, вообще не гордится. Мама тебя, походу, дома вообще ненавидит. Что? Может... Может, я не знаю. А почему железо пережаривается? У меня такой вопрос. Да ну. Ничего, реально нужно пережарить железо? Хорошо. Давайте еще раз пережарим, я не знаю. Реально! Пожаренное железо! А, вот что ты хотел. Ну ладно, ладно. Как же это долго, как же это скучно, как же это неприятно. Еще одно железо есть, ждем еще одно. Фу! Напугался? Знаю, что напугался. Еще одно железо есть, прекрасно, замечательно. Дастишь фантастишь, как говорится. Все, мне больше ничего нюхать не нужно будет. Прекрасно, я тебя люблю. Нет. Да? Да? Опа! Кирка, которая уже стоит 100 баксов! Не 10, а 100 баксов! Ха-ха! Ты слышал, что я сказал? Я сказал ха-ха! Кирка, которая стоит 100 баксолетов. Очень даже хорошечно. Ребятки, мне кажется, на этом уже можно закончить эту серию. И на самом деле мне нравится, в первую очередь, этот сезон, эта рубрика. И во вторую очередь, очень сильно нравится эта карта, потому что она очень такая обширная. И здесь много всего можно поделать. И крафтим кирки от 0 баксов до, наверное, миллиарда баксов. Я не знаю. Если тебе нравится сезон, если ты хочешь, чтобы здесь было больше серий с картами, с паркурами даже, я должен стать паркурщиком. Все мы знаем, мои преданные подписчики знают, то, что я ненавижу паркур. Но я должен стать паркурщиком, должен стать богом в мини-играх и богом в прохождении карт. И в конце я буду бросать вызов и сражаться со всеми ютуберами и майнкрафтерами. Если ты хочешь, чтобы новая серия вышла хоть завтра, хоть сегодня, хоть через час, все зависит только от тебя. Если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, я обещаю, что сразу же выпущу новую серию. И также, чтобы ты не пропустил ее, подпишись обязательно прямо сейчас на канал и нажми на колокольцы, чтобы всегда получать уведомления в ту же секунду, как я буду выпускать новые серии. Я скажу тебе огромнейшее спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!